Здравствуйте, друзья! Наступила первая неделя осени. Пришло время посмотреть, что в лесу с грибами происходит. Надеюсь, сегодня набрать немножко хорошеньких грибов. И обязательно покажу их вам. В лесу много солоняков, но я сегодня хочу благородных грибочков набрать. И кажется, вот первый грибочек я уже вижу у камня. О, какой красивый боровичок, друзья. Вот, друзья, здесь кто-то ходил, гриб сбитый лежит. Ну вот еще. Это сыроежечка. А это что такое? Красненький, что ли? Да, подосиновичек. Красивенький. Волнушечка, ну не знаю. Волнушки, конечно, не брать. Глупо, наверное. Волнушечки я возьму. А вот какой красавчик спрятался за листиками. Сейчас мы его выкрутим аккуратненько. Это беленький. По-моему, друзья, настоящий маленький черный грусть. Ну куда ж без мухомора? А вот огромный белый грусть. По-моему, он, друзья, не очень хороший, ножка сломалась. Сейчас буду резать. Может быть, шляпка хорошая. А так красавец, конечно.
Ну да, шляпочку заберем. Вроде ничего. Подсушим, посмотрим. Ну, дома я еще порежу, конечно. Ну, вроде ничего ж на такой грибок. Возьму. Вон, друзья, сколько солоняков. Ну, этот уже сгнил, наверное, под листом. Вон, еще два красавца. Беленьких. Но пока грибы я солить не хочу, но их много. Их потом, конечно, не будет. Но, тем не менее, у меня сейчас прошлого года осталось, я насобирал. Поэтому только поесть собираю грибочки. Ну что, друзья, скажу, грибы есть. И солоняки есть. И благородных много пока еще. Я, в принципе, в лес пошел, хотел благородных грибов заснять после леса в Новгородской области. Все-таки у нас грибочки получше. В принципе, считаю, задачу выполнил. На жаркое мне точно грибов хватит, все хорошие. Вот, ну и постепенно буду закругляться. Вон какие белые грузди огромные. Так что вот, всем пока, спасибо за просмотр.